Добрый день, мои уважаемые подписчики и зрители. Я получила в подарок вот такой интересный прибор. Называется Mavic Mini. Это коптер, который, конечно, из линейки DJI, но он такой маленький, почти игрушечный. И мы с вами вместе его сейчас распакуем. Вот, я вижу такую классную сумочку. Она такая красивая. Вот. Тут, кстати, вот комплект. Можно посмотреть. Вот. А это сумочка, которую мы с вами сейчас откроем. Вот, собственно, сам коптер. Он такой вот маленький. Он вот так лежит у меня на ладошке. Его вес 249 грамм. То есть, это такая детская игрушка. Я вообще не понимаю, как он... Его ветром, наверное, унесет. Но в связи с тем, что я совсем не умею летать, мы будем ставить эксперимент. Значит, собственно, коптер. Вот это зарядное устройство на 3 батарейки. Это, кстати, комплект комбо. Так, значит, вот у нас пультик. Вот я его открываю. Вот тут у нас джойстики. Так, а здесь что у нас? Вот. Так, вот это лопасти. Лопасти. Значит, здесь мы видим шнуры. Тут их много. Это... А, во, это маленькая отверточка. А, нет, это зарядная. Так, это для заряда. Так, здесь мы видим инструкции. Здесь 3 батарейки. Сейчас мы эти батарейки вытащим и поставим их на свое место. Они должны стоять здесь. Мы должны их отключить. Это защита для пропеллеров. Вот она. Вот она. Вот там два кружка. Одевается на пропеллеры. На этом дроне нету датчик. Сенсоров. Вот так вот выглядит эта защита. Для лопастей их 2, естественно. Мы все распаковали. Сейчас поставим на зарядку. Поставим на зарядку батареи. Ну вот, такая у нас получилась распаковочка. Посмотрим, смогу ли я научиться управлять этим дроном. Это такой у нас будет мастер-класс. Когда я научусь, я научу всех своих подписчиков. Будем работать вот с этим дроном. Такая у нас жизнь. Дрон специально детские, облегченные для тех, кто не умеет летать. Сейчас отключу, подожди, отключу. Ну, сейчас дрон полетит. Вот, запустил мотор. Дрон. Давай взлетай, что завис-то. Ух ты! Точно полетел. Полетел куда? Назад. А мы сейчас его поднимем выше. Попробуем. А куда ты его угнал? Я его вообще не вижу. Слушай, там очень опасно, в опасную зону. А чего ты так быстро носится? Не знаю. Нельзя его как-то помедленнее пускать? У тебя он, наверное, в спортивном режиме. Я не знаю. Так, это ко мне. Вот он по горизонтали, видишь, идет? Он не идет ко мне. А, вот идет. У него есть тормозной путь, то есть он не мгновенно же разворачивается. Его как колбасного, не надо туда. Совершил аварийную посадку. Наш дрон совершил аварийную посадку.
За кустом. Так, а теперь он выключился или что? Можно считать, можно так его взять? Цап! Цап за пальца. Ну, в общем, я не поняла, знаешь что, вот как его обратно сюда. Это называется у нас посадка дрона. Дрон пошел на посадку. Ну, он ошибся, он сейчас на камень не сядет. Да-да, немножко промахнулся с площадки. Участок под дрон не подходит. Тогда стоп, а где нажать стоп? А что ты за него волнуешься? Садись. Садитесь, пожалуйста. Вот тут садись. Можно даже сказать, сел. Трава даже пострадала. Убери твое оружие. Его опускай, он не опускал. Он пошел на посадку, по-моему. Я его хочу сюда, ко мне придать.